Турция атаковала курдов в Сирии. За день турецкая артиллерия нанесла по объектам сирийских курдов не менее 10 ударов, которые стали ответом на якобы обстрелы с их стороны. Вооруженные силы Турции подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции курдов в районе Африн в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщает Анадолу. Артиллерийские удары нанесены частями ВС Турции, дислоцированными в районе Хасса и Каракхан турецкой провинции Хатай, говорится в сообщении. Всего за день турецкая артиллерия нанесла по объектам курдов не менее 10 ударов, которые стали ответом на якобы обстрелы с их стороны. Как сообщал корреспондент Нет, ранее стало известно, что турецкая армия возобновит масштабную операцию «Щит Евфрата» в Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Операция будет направлена против угрожающих Турции местных курдов и якобы террористов ИГИЛ. Позже СМИ сообщили, что Анкара направила военную технику на границу с Сирией. По материалам сайта news.com.